Вечер добрый. Решил сделать обзор того, что получилось, без заточки. Почему я так решил сделать? Потому что тут есть некоторые нюансы, которые я, в принципе, должен вас просветить, чтобы вы имели представление, что на данный момент производится и что и какие изменения произошли. Что-то я как швейная машинка разговариваю. Ладно. Какие изменения произошли? Я, пожалуй, это видео назову «Отелло промахнулся». По-моему, так это звучит. А промахнулся он так. То есть, сначала я вот для этого клинка, который вот с этим, с таким широким эрлом, умудрился как-то, то есть, вот для нее шаблон, а я отверстие вот поэтому зафигачить. Я не знаю, как это сделал, даже не могу вспомнить. Поэтому оправа теперь вот с такого материала. Хотя все было, то есть, иначе. Там, не помню, какая другая заготовка была. Это в стандарте. Такая бритвка. Это тоже. Вот с этой бритовкой у нее была оправа из вот такой фиговины. Полиуретана. Но я ее умудрился переточить сегодня каким-то образом хитрым и... В общем, задействовал вот такую. Дальше вроде все по накатанному. И что ж, давайте посмотрим, что у нас в итоге, что получилось. Давайте я сразу буду вот так делать. Вот, это с удлиненным хвостом. Так, все полирнул, ничего не забыл. Единственное, сейчас только внутри почищу. Там вот, вот тут где-то тут всякие пылинки набиваются, то есть в местах около клинышка. Поэтому это единственное, что я пропустить умудрился. За второй вариант. Это Пауросса. Блин, название запомнил какое, а? Сам удивляюсь на себя. И слово полиуретан теперь уже прям... Говорю четко, решил с таким клинышком ярким, чтобы выделялась бритовка, а не вот там была какая-то пасмурная, как у нас погода сейчас. Ну, мне без разницы, погода пасмурная, не пасмурная, главное, что тепло. Вот Игорь из Нефтеюганска всегда говорит, у вас там минус 40, минус 40, а сегодня у вас опять минус 40, и это страшно, ребята, я вам скажу. А у нас... То минус 5, то плюс 1. И меня это радует. Так, это из американского ореха. Оправа. Клинес, как его называют там? G10. Клин G. Да? Есть точка G, а тут клин G. Да еще и 10. Дальше. Погнали. Смотрим. Какое лезвие я сюда воткнул. Я, если честно, не выбирал. Я просто брал подряд и подряд собирал. То есть не подгадывал, что это лезвие к той оправе, а это к этой. Вот так вот. Медленно резкость наводится. Глубже нельзя. Иначе пяточка будет уже совсем близко. Вот так вот. Ах, да-да. Да-да-да. В таком вот все в рабочем еще состоянии. Все протирать нужно. Просто показать, как это теперь выглядит. Тоже G10. Клин. Был такой разговор по телефону. А потом протру. Сейчас вот так покажу.
По поводу заточки, мол, а почему бы мне не отправить сразу, просто брать и отправлять бритвы на себе на заточку, вот к Игорю. И все было бы всем хорошо. Вон там маленько набил в лице. Вот сейчас я это буду протирать. Тоже G10. То есть устойчивый материал ко всем невзгодам. Вот. Я, мужики, только за. Вот прям вот вообще вот всеми руками и ногами. Только за. Чтобы отправлять сразу Игорю на заточку. Но. Вот сейчас вот это вот отправлю. Нужно на это уже хорошую, так приличную сумму. То есть отправлю, допустим, весь склад. У меня вообще таких денег даже просто не хватит уже. Просто. Если бы я был уверен, что я прям вот ее возьму, 100 пудов, прям вот все вот эти вот. И прям сразу все бы отправил бы на заточку. Вот, даже не раздумывая. Но это не так, и поэтому вот так. Ой, какой я прям сказал, так сказал, да? Поэтому есть и другой вариант, не менее интересный. А это на сайте, посмотрите, там есть такая акция. Прям в акции, всем акциям в акции, блин. То есть, вот заказали бритву, захотели на ней заточку не от меня, а от мастера-заточника. Так нет же проблем. Единственное, в чем разница, что бритвка не сразу к вам домой поедет, а сначала поедет к заточнику, он ее перетачивает по-своему, затачивает там, и отправляет уже вам. То есть такой небольшой крюк получается. Но это вам совершенно бесплатно. То есть я оплачиваю ваши заботы, вот эти вот расходы. Конечно, если они у меня уже на складе были бы от заточника заточены, было бы вообще здорово. Прям прямиком бы к вам бритвки бы ехали. Но тут нужна какая-то уверенность, какая-то стабильность. А у меня этого нет. И поэтому мне это непозволительная роскошь для меня. Вот. Еще раз повторюсь, может кто-то пропустил предыдущее видео. Сталь легированная D2. Немецкий аналог стали H12MF. Русской. Все. На сегодня у меня все. И про заточку я сегодня даже задумываться не собираюсь, потому что время уже очень много, сил уже очень мало. А на заточку нужно прям конкретно, прям день посвятить. Если все гладко пойдет, то все будет хорошо. И вообще с новыми силами желательно этим заниматься. Поэтому не буду сейчас бросаться, ничего дергаться. Да и не смогу просто. Да мне еще делов там навалом. То есть я же вам говорю, я еще колымить успеваю немного. Поэтому вот так вот. Ну все, вроде показал, что получилось. В общем, рассказал. Да, сейчас я протереть хотел тут вот около клинышков. И на этом все. Я сегодня срываюсь с мастерской. Вот. И до следующих встреч, как говорится. До свидания. Увидимся.